Хей, окей, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху по названием The Binding of Isaac Attributes Plus. Ну что, погнали, давайте, сегодня мы с вами зарандомим. Пожалуйста, только не это чертов монах. Пожалуйста, нет. А чё я туплю? Народ, а почему мне никто не сказал, что у меня синий младенец есть? Мы уже D6 бы получили. Эх, вы. Ладно. Подождите. Младенец. По идее, да, мне нужно Айзеком убить. Ну, синим младенцем убить Айзека. И тогда мы получим D6. Или next. Ладно, пускай будет этот, более-менее урон хотя бы есть. А что, будем дамажиться? Игра за Рэмбо. Сейчас урона с вами нафармим и сдохнем. Мне нужна еще бомба. Ага, мамкина нога. Red Princess. Ice Club. Ice Club. Хороших камней нету? Нету. Так, мне теперь сердечко нужно. Так, монетка. Монетка. Берем монетку и убегаем. Че вы все разделились, а, гомняки? Взорвись, ну! Отлично. Ну, попади. Поехали. Ой, не, когда их много, они такое, противники нормальные. Это просто кажется. Главное, чтобы они просто дерьма много оставляют. Блин, а сердцов не, сердечек нигде, да, не было. Печально. Печаль, беда. To Eclipse. Ну что, пойдем снова в райскую комнату, получается. Так, ХП. У меня как раз маска, знаете, такая прямо под дамаг, чтобы сейчас ХП тратить. Ты чё выпуляешь? Ой, там невидимая была. Я думаю, откуда 4 заряда? Я думаю, откуда по мне 4 заряда летит? Да, в прошлой серии мои молитвы были услышаны. И мне дамаг дали! Ой, тихо, тихо. Отлично. О, отлично. Ace to Club. О-хо-хо! Thank you. Блин. Конечно, я этот возьму. Come on. 2 предмета? Нихера себе. А что это, я говна съел? Что мне так повезло? 4 заряда по 4 с чем-то дамага. Конечно, осталось терзу мне увеличить. И будет вообще идеально. Так. Одна бомба есть. Хорошо.
Просто изи. О, монетку не дали, ладно. Ай! Блин, ну, знаете, на самом деле я не уверен, что мне дадут этот процент. Он довольно маленький. Ладно, погнали сразу. А, хотя... Ладно. Побежали. До конца защищать. Так, еще пол сердца. Дайте синенькое сердечко. Опять спичком. Снова спичком. Можно было бы сходить в шипастую комнату, но, блин. Я зря дамажиться не хочу. О, здорово. Ай. Ай. Вы что, офигели? Пипец, они офигели. Взяли меня, задамажили. Блин, а хотя бы, я не знаю, давали мне этих. КПшку. Мне даже сердца не дают в основном. Райскую комнату не дали. Кажись, я что-то забыл. Класс. Ой, блин, я... Сук, я забыл, что не рыгают. Темники. Манать. Зуба сына. Просто ЗБС. Класс, там сердце осталось. Два сердца, которые мне не достать. Два сердца, которые мне не достать, и плюс ключ при этом. Хотя забег на самом деле начинался очень неплохо, но что-то пошло не так. Хотя я могу вернуть все на свое, если мне сейчас повезет в золотой комнате. Ну, это, можно сказать, не для всех везения, это быстрее будет самым дерьмовым рандомом. Это выпадение какашки вместо предмета. Я просто создам какашку и взорву ее. Хотя я могу пойти еще в ту следующую комнату. Поспать там. Такое. Дело спорное, дело темное. Так, у меня есть 3 бомбы. С картой будет немного побольше. Тихо, не пуляйся. Так, отлично. Чемпионские версии. Рэ пулять меня. Умирай. Так. Класс, просто забег с мухами, класс. Ладно, давайте мне тогда бомбу. Ну, хотя у меня есть атакующие мухи, красная довольно очень жесткая. Ты чё, гонишь? А, он еще взрывается, да? Нет. Бля, сколько мне
дерьма накапало. То я точно не достану. Поехали. Там сейчас хотя бы будет кровать. Я хотя бы поспать смогу. Ладно, хотя бы отхилился. Хоть отхилился. А почему там две кровати? Такое. Такое себе. Под ковром там должен быть люк. О, коробка. Ну хоть где-то мне что-то повезло. Я не буду брать хвост. Поэтому у нас райская комната теперь есть. В райской будет лучше вещи на самом деле. Сразу летим в золотуху. 50-50. Хотя нормально, ладно. Ай. Главное, что я вовремя успел сделать сделку с дьяволом. Что мне теперь посрать на этот процент? Да, да. Откуда мне прилетело? Уже закоцался. Как это классно. О, я могу через эти объекты стрелять, точно. Ладно, давайте искать. Я даже не знаю что. Золотую комнату я нашел. Ну, в принципе, довольно нормальный предмет, потому что я могу через блоки стрелять. Но урона все равно как бы нету. И даже не то, что у меня нету урона. У меня ХП тоже не дают. С боссов, да, они выпадают, пускай они выпадают, потому что это хардкор, это нормально. То, что они у меня забирают, получается еще и хпшки. О, хотя чемпионс, ничего себе. Как говорится, донылся, да? Донылся, и тебе дали. Так, это у нас обычно, да, каф? Так, батарейка. У меня 0 активок. Блин. Блин, пойдемте, короче, поищем этот. Зачистку сделаем, потому что мне нужны деньги. Мне нужны мани в моей кармане. Ноль мани в моей кармане, да? Ключик дали. Так, раздвойная муха. Муха могла детонировать. Знаете, у меня вот персонаж выглядит как настоящий русский бомж.
синие глаза, блядь, под фингалами. Так, монетка. Одна монетка нужна. Одна монетка нужна. И все. Я пойду в магаз. Блин. Вот это мне что-то везет на какие-то странные комнаты. Ха. Класс. Окей. Или пойти задамажиться. Пирзда. Классно. Классно. Нет, то, что мне терзадаван, это плохо. Теперь нужно искать терзап. У меня монетка есть. Кстати, что я запутался. Конечно, меня же перебрасывают, блять, постоянно в комнату из комнаты. Чего, блять? Что, блять? А, то есть секретка, фу, бля. Я думаю, что за фигня? Показан же проход-то, ну где он? Хера так пугать. Так, а там у нас получается монетку я вижу. Которую я не могу достать, да? А, тут шипы. Ясно. Хотя я мог бы взорвать, да и все. Пипец, я уже даже хилюсь просто от того, что жру. Просто кушаем, взрываем. Не хочу. Погнали на босса. Искать таблетку на терзап. Да что ты за херь такая? Что ты там высираешь? Так, сердца плюс бомбы. Ага, комнату мне не дали, отлично. Но хотя бы черное сердце есть, поэтому я не засру адскую сделку. Хотя кто его знает? Excel, это еще Excel, сука. Ладно, взрываем. Что можно было еще сделать? Уже все, полный комплект у меня на самом деле. Самого худшего. И что я мог из таблеток съесть? Просто худшие таблетки. Тирсдаун. Еще не хватает рейндждауна. Это уже, чтобы, знаете, на всякий случай сразу. Весь комплект в сборе, как говорится. Потом вернемся. Да, конечно. Два ключа на дохеробомб. Я просто везунчик. Они у меня так пролетают сквозь. Весы. Давай ты еще взорвешься сейчас, да, полностью, дашь мне дерьмо. Сейчас ты. О боже мой.
Охуеть. Просто охуеть. Лучшее. Лучшее, что мне могли дать. Желудок. Охуя у меня. Я сейчас психану и пойду монетки тратить. Ключ. Моча. Давай, рейндж даун, бей. Ну, мне на оранжу на самом деле сейчас посрать. Скорострельность дали, вот это да, хорошо. Что тут? Окей, сколько у нас получается тут? Я мог это сразу сделать, но что-то я не додумался. Пст. Пожалуйста, дай, дай нормально уже. А чё ты такой жесткий? Коробка, чё ты не, не ломаешься? Боб. Ебучий боб. Обычный? Опа. Опа, вот это боб хороший на самом деле. Это раритетный боб, который пердолит все живое на своем пути, который плюс автоматически перезаряжается. Сейчас мы получим халявные еще у нас монетки. Черная свеча. А у меня денег нету. Таблетосина. Таблетосина. Давай, так должно оно быстрее ломается на самом деле. Так, фонарь замедляющий и карта. Фигня. Батарейка за 7. Я бы БФФ взял. Пойдемте, короче, поищем монеты. Они мне нужны. Очень сильно нужны. Вот видите, какой я везучий. Так. Так, ладно, это на самом деле очень долго, поэтому я просто побегу вперед. А благодаря моче у меня скорострельность увеличилась вдвое. Потому что у нас было аж 36, да? Бля, я не помню, с помощью этого я могу открывать? Бля! Нет, не могу. Иди нахуй. Будьте любезны, пойди нахуй. Будем комнаты проверять. Фальшивость. Ах, блин, я туплю. Я ж могу так сделать, да и все. Так, бомба, отлично.
Если здесь... Вау. Блин. Все, подбежал, взял, убежал. Отлично. Так. Вот это, такого я впервые вижу. Который пульсирует именно. Лакап. Так, сердечко мне дали, да? Что по дуэли? У меня ключей нету. А, это Эксель все равно. Это все равно Эксель, тогда плевать. The Moon. Сейчас хер меня знает, куда отправит. Здесь без вариантов. Я иду. Отмычка. Без ключей. Сундуки. Вы мои. О, если это так получилось, то... Давайте мы с вами пойдем на этот. В дуэльку сходим. Бомбами я то открою. Уа, просто уа. А мозги я не буду брать, голову возьмем. Просто идеальный предмет для меня, потом... Блин, здесь спорно, потому что и с моим предметом стакается и этот, лампочка, потому что у нас постоянно будет ульта заряжена. Ну блин, халявная отмычка навсегда. Ну ключи мне в дальнейшем не нужны будут. Поэтому лампочка. Я выбираю тебя. Лампочка, я выбираю тебя. Ах ты ж зараза, вот как. А ну, а ну. Что-то это дерьмово. Я думал, типа от каждого выстрела у меня будет. А если так, то мне это нафиг не сдалось. Хотя... Причем здесь активка? До головы. Хотя и здесь я могу сейчас это пойти нафармить. Ай, ладно, бомбами. Черед. Манать, это сколько мне бежать обратно? Довольно долго. Ладно, три ключа у нас есть. Два босса сейчас будет. Сделка райская, я надеюсь, будет. Я надеюсь, это на серьезно, сильно-сильно. Бомбы у нас почти будут... Как я ненавижу эти комнаты. Хапю! Ненавижу, 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 ненавижу.
берем пижамку и валим отсюда, да? Да. А я другого способа не вижу. Так, куда пойдем, ребят? В ад или в рай? В ад или рай? Что мы выберем с вами? Так, вниз. Что, погнали на дуэльку? А, это босс Раш. Ладно, хотя бы ключи вернули. Вы это серьезно думаете, я возьму? Вы думаете, я серьезно возьму это дерьмо? Первым. Выпустите. Выпустите. Так, 6 ключей. Тролль-бомба — это самое дерьмовое, что могли мне дать из ящичка. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Так, давайте в большой сразу зайдем. Хотя ладно, у меня, считайте, это просто для поднятия статов. Голова. То, что она не очень актив с моей активкой. Она не очень с моей активкой. Так, ниже. Не, моча хороший предмет, если у нас атаки на хорошую ренжу составляют. Манать. Мунать, мунать, мунать. Ау. Ау. Не-не-не-не, ребят, теперь мне нужен отхил. Опа, Локи. Локи Хоум. Отличненько. Босс. Мне нужен босс. Таманать! Хватит меня коцать, это что? Это только утроба один. Таманать. Они меня просто хотят убить. Даже до того момента, пока я дойду до босса. Хотя не знаю, смогу ли я убить. Так, локап. Хотя мне ладно, карта с сердцами есть. Должен выжить, должен победить. Ай-яй-яй! Орбиталка, сердце, патриарх, монарх, нихера. Блин, на самом деле, а что она дает? Я вот никогда не замечал от нее эффекта. А. Ай-яй-яй. Power pill. Кайф. Кайф. Может, мне сердца дают теперь синие? Часто начали выпадать. Как вариант.
Короче, в следующей серии за синего младенца пойдем убивать Изика. Изика пойдем убивать. Так, ключи, которые нахер не сдались. Хотя там может быть секретка. Ясно. Ясно, понятно. Наверху точно будет тупик. Либо босс. Давай. Range up. Давай, шустрей. Отлично. Новичок. А, у меня, походу... А, все. Я в безопасности. Походу, благодаря этой фигне мне выпадают сердца часто. Потому что они что-то очень зачастили. Очень-очень зачастили. Так, хороший камень. Ага, я фул, отлично. Можно специально задамажиться перед боссом. Ладно, зайдем в игровую комнату. Погнали. За сердцем. И погнали дальше. По проходу. 12 урона, я думаю, мне достаточно. До сердца, если смотреть, сколько у меня атака. Ну, 4 атаки. Плюс, если меня начнет уже сам атаковать этот, то я от него отобьюсь. Окей. This is life. Можно взять порох. Даже не знаю. Погнали в рай. Просто мне кажется, Айзека легче убивать. Хотя что тут взрывные, что там взрывные. Только здесь еще мухи, которые защищают. При этом. Так, лапка. Нихера! На самом деле это доставучие враги, потому что нужно ждать, пока они вылезут. Вы это сейчас издеваетесь, да? Да, он умер. Кто там умер? А, вон он. Манать! Ниндзя, чертов. Аглас.
Глаз. Карта, и погнали. Картечка. Им. Вау. Не нравится мне это. Не, ну это легкая фаза. Первая более сложнее. Беру свои обратно. Свои слова обратно. Так, мы получили кровь. Bloody Lust. Последняя кровь. Давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.